Всем привет, дорогие друзья, дамы и господа. Вы думаете, я просто так сюда подключился? Нет, нет, нет. Совершенно не просто так. Так сразу, наушники одеты по-дебильному и черная точка на ухе. Это потому, что я ходил сегодня вырезать к чертовой матери ту болячку, которая у меня была на ухе. Мне очень больно, я на обезболивающих. Но у стримеров не бывает больничных, поэтому мне нужно записать видос. Видос какого плана? Увидел мегаконты? Понял, что... Что понял-то? Понял только одно. Понял, что у меня из всей линейки мегаконтов нету только три танка. СП, Е4-го. У меня до сих пор нету суперперша, на секундочку. Запись, главное, чтобы шла. И нету Т... А, подожди. Суперперш и Е3-го. И третьего сейчас можно просто так купить в магазине, но это же не интересно. Интереснее же сделать вот так. Все остальное, к чертовой матери, у меня есть. Стоят они охренеть как дорого. Аж но 25 тысяч всего лишь за 10 штук. Но искра, буря, безумие, СП, першинг мне нужен. 25 тысяч раз. Не начни открываться автоматом, не начни открываться. Не начни открываться. Хорошо. 25 тысяч два. Главное, не открывайся. Сучья посика, блядь. Просека, ебанюдя. Не хочу так открывать, так неправильно. Но за КС это гарант. Насколько я помню, КС это гарант. Идем, значит, открывать. Минус 25, минус 25. Осталось 51 тысяча, ну 50 тысяч, вы сами понимаете. Болит ухо, много говорить не смогу, но могу очень сильно орать. Мне нужен СП, першинг и Е3. СП. СП в большей степени. Хотя бы просто потому, что у меня есть вот это. Просто потому, что у меня есть вот это. У меня нету танка, у меня есть лучше. У меня есть диспетчер. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Уважаемая игра. Дай, 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 дай. Мадафака, дай. Ну что, подожди, давай посмотрим еще, что может содержать помимо ту... Ага. А это как бы уже нигде не посмотришь, да? Наверное, вот тут можем еще посмотреть. Распродано. Что помимо тунчисов... Ну, появляйтесь. Красиво появились. Помимо тунчисов... Может содержать конт, собери всех. Космос. Мистик первого уровня. Черное говно. А, сатен. Можно выбить сатен. А вероятность на сатен у нас какая? Причем любой тунчис 0.3, прикиньте, любой тунчис. Должно повести, ай, блядь. Должно повести 0.3 на танк, а еще из всего списка на определенный танк. То просто забей. Мне кажется, быстрее выбьешь он 100к голды. Ладно, хватит трындеть. Трындеть мы, конечно, любим, но также любим и казик. Поехали. 19 контов. Я больной, мне нужно дать танк. КС. Мы 20 кэсов сейчас назад вернем. Мы сейчас еще там еще откроем что-нибудь. Еще 200, пон. КС гарантом со всех падает, я правильно понял, да? Ну, типа, радуюсь КСу. Какой-то, какой-никакой бишкек присутствует. А за 10 собранных что дают? Посрать? Ну, походу, просто забей. СП не выпадет никогда. Люди тратили огромные деньги, чтобы получить СП этот. 28 тысяч вроде на тот момент. В том ивенте он назывался метро, что-то там ивент, кажется. А, ну... Говно из говна в жопе. А что дает? Типа дополнительный кэс, что ли? Ну, лунный баги он у меня есть, он у меня сейчас установлен. Типа. Что-то мне кажется... Что-то ничего не выпадет. Есть такое ощущение, что это просранное. Блин, черный ящик. Самый мой нелюбимый конт. Самый нелюбимый. Даже высшие хищники и то получше будут. 1400, мать его, за ногу. О! О! Дебик. Вот этот О. Вообще ни одного танка, заметьте. Тупо ни одного за 20 контов. Опа. Собери их все. Собери их все и уматывай отсюда. Теслаган. Ненавижу Теслаган. Я считаю, очень некрасивый.
навесом. Спасибо за 131 тигр. Спасибо, игра. Спасибо. Дай бог тебе здоровья. Ну, 2300, кстати. За 10 тысяч... За 15 тысяч 5... Ладно, сколько у нас? Давайте смотреть, сколько у нас... 74 тысячи. Еще 25 тысяч мы можем потратить. Мегаконты вы где? Вот, мегаконтейнер 3. Давай 5 мегаконтов откроем. Почему бы не открыть, правда? За 15 тысяч голды. Ну вот тебе, пожалуйста, плевок в хайру. Ну все, я тильтовать сейчас буду. Да, это тильт. Выбить, ну вот мегаконты. Я даже замолчал на секунду. Ну короче, это все очень плохо. Еще хуже, чем Теслаган дало. Боже, мне ухо чешется, мне больно. Давлю на жалость. Из жалости поставьте. Ой. 500 тысяч, кстати, ни хрена себе. Ну, открываем все, как бы. А что? А что делать? Ну, же серебро с неба падает. Ой, золото с неба падает. Один танк за 1 000 000 000 контов. Один. Один танк 7 уровня, который у меня был. Ну и за 4000 еще. Один и еще один. То есть я 32 конта, что ли, открою. Все. 2000, кстати. 56 тысяч. 6 тысяч осталось. Честно говоря, я особо даже и не рассчитывал на... Угу, спасибо за прем. Я особо, клянусь вам, друзья, не рассчитывал, что мне выпадет СП. Потому что, ну, достать его отсюда, это надо иметь везение, я не знаю, какого-то членистоногого зверя просто. Членистоногие звери плюс в чат. Сейчас бы еще бы открыл. Ну, давай еще мистический контейнер 3 уровня. Спасибо. Спасибо! Спасибо, спасибо. Прямо по жопе в шляпе. Спасибо. Звездочек не дало. Зато, X5. Зачем вот, зачем сыпятся эти X5? Зачем, для чего, где мне, что мне? Про что мне прокачать, что зачем мне X5 опыт? Иногда это, знаете ли, обидненько. Я так понимаю, все. Мегаконты меня сделали, да? 6500, набор коллекционера. Химера у меня есть, Бураск у меня есть, Кологяпля. Ну ладно, может быть, тильт связан не с тем, что меня сейчас изнасиловали в жопу, а с тем, что у меня ухо болит. Буду ныть, что болит ухо. Ладно. Собери всех, сейчас выпадет синяя десятка, и я обрадуюсь. Ну, либо першинг. Не выпало. Не выпало, не выпало. Играем до компеса. Не выпало, не выпало. Выпало. В прошлый раз Дракула, в этот раз Т-34-3. Почему не радуюсь? Потому что... Ой, куда я говорить? Почему не радуюсь? Потому что такой танк у меня есть. Какое-то очень грустнявое открытие. Ну что грустнявое? В жопу сунутый 50 тысяч. 50 тысяч голды. Зато вы знаете, что 50 тысяч голды вам нужно для того, чтобы открыть все... все мегаконты, которые предлагает магазин на данный момент. Все. Больше тупо открывать нечего. Сейчас вот эти, блин, 10 этих открою, чтобы перша выбить. Какой тут шанс на першинга? Кстати, такой же, как в мегаконтах. На секундочку. А что, вы думаете, я шучу? Думаете, я шутки сюда пришел шутить? Думаете, все так легко? Нет, то он мне не выпал. 52. Давай еще один. 52 тысячи останется. Но не повезло, получается, не повезло здесь что. Ну, здесь, ладно, здесь у меня уже все выпало. То, что должно было выпасть. 2000, ну ладно. Ну, это все, такие жесты отчаяния, знаете, это как... Даже не знаю, как это себя описать. Дебилом можно меня описать. Все, 50 тысяч осталось. Как и было запланировано, потратить 50 тысяч и делать вид, что я рад и думал, что так и будет. Как обычно, не играйте, детки,
казик. В казик всегда выигрывает только один человек, и этот один человек — это директор казино. Не запускайте свои болезни. Потом приходится очень-очень больно их лечить. Очень больно. Но я вас люблю. Приходите завтра на поток.